купили швейно-вышивальную или вышивальную машину и вышили все, что в нее было заложено производителем, ваш аппетит призывает вас загрузить в машину что-то извне. Вы сталкиваетесь с дизайном стороннего производителя. И тут возникают проблемы. Машина не видит дизайн. Начнем с истоков. И был свет, и тьма, и создали формат DST, и увидели, что он хорош. Но производители в своей дьявольской попытке привязать пользователя к своему оборудованию, программному обеспечению, а также производимым дизайнам, сильно намудрились форматами. Каждый постарался изловчиться и создать собственный формат, который понимает только его оборудование и программное обеспечение. Но этот путь оказался тупиковым и ни к чему не привел. Повальное пиратство, а также независимые производители дизайнов и программного обеспечения, которых на сегодняшний день уже немало, открыли путь конвертации. И владельцы FAF смогли вышивать дизайны, которые создали для Бернина, а владельцы Бразер – дизайны, которые создали для Джанаме. И наоборот. Но вы-то начинающий пользователь, вы еще об этом ничего не знаете. Вы полагаете, что любой дизайн, который вы нашли в интернете, подойдет для вашей вышивальной машины. Вы скачиваете его, загружаете на USB-флеш, на флешку, или передаете на машину любым другим способом. И опа, машина не видит дизайн. И это еще не конец света. Вам просто надо проделать несколько шагов. И первый шаг – это уточнить, какой формат понимает ваша вышивальная машина. Эта информация написана везде в интернете, по крайней мере, на нашем сайте Broider вы ее точно найдете на форуме или в статьях. А также эта информация 100% есть в инструкции к вашей вышивальной или швейно-вышивальной машине. Откройте инструкцию и почитайте. Для тех, кто все-таки не добрался до инструкции, вот здесь вы найдете список машин, основных машин, которые продаются на нашем рынке, и форматов, которые они понимают. Кстати, со временем производители, осознав, что привязка к формату ни к чему не приводит, а даже более того, портит немного имидж, стали потихоньку отпускать вожжи. И уже сегодня многие бытовые вышивальные, швейные вышивальные машины понимают тот самый формат DST. Простой, понятный, с которым профессиональные вышивальщики любят работать. А начинающим немножко сложно, но о нем мы тоже поговорим в другом ролике. Узнав, с каким форматом работает ваша вышивальная машина, вы можете приступать к выяснению, как дизайн, найденный в интернете, сохранить в формате, понятном вашей вышивальной машине, и каким образом скормить ей ее. Как загрузить дизайн в вышивальную машину. Что касается загрузки дизайнов в вышивальную машину, или в швейную вышивальную машину, то этот процесс в современном оборудовании упростили. Надо просто открыть инструкцию и почитать ее. Читайте инструкции. А если вы прочли инструкцию и вам ничего не помогает, то заходите к нам на форум. С этим вопросом мы вам тоже поможем разобраться. С процессом загрузки дизайнов в машину понятно. А вот про конвертеры вы вряд ли найдете в инструкции. Более того, при покупке швейно-вышивальной и вышивальной машины продавцы будут уверять вас, что без ПО, который идет к этой машине, этого же производителя, ваш аппарат превратится в кусок чего-то там со встроенными дизайнами, которым вы не сможете на полную мощь пользоваться. Это неправда. Как правило, именно эта информация доходит до пользователя уже поздно, когда он купил и машину, и программное обеспечение. Но будем надеяться, что в этот раз вы еще не успели купить ПО, и у вас есть выбор. Вы сможете конкретно разобраться, какое ПО что делает и для чего оно вам нужно. Но продолжаем о конвертерах. Они бывают бесплатные и платные. Наиболее известными и доступными из бесплатных конвертеров на сегодняшний день являются TrueSizer от компании Wilcom и Ambassador, который предлагает компания, выпускающая профессиональные машины Tajima. Что касается платного конвертера, то наиболее популярным и доступным является Imbird. Он делает больше, чем необходимо делать конвертеру. Ссылочки на скачивание конвертеров вы найдете ниже, а также все ссылки, которые касаются вот сегодняшнего ролика, где, как сконвертировать, как загрузить и прочее, вы также найдете в комментариях к этому видео. Да, вам придется не просто скачать эти конвертеры, да, и программное обеспечение, вам придется разобраться, как его устанавливать. Поздравляю, вы вляпались в машинную вышивку, вам придется разбираться, как чистить папочки, где какие папочки, куда чего сохранять, и даже иногда разбираться, как чистить реестр. Подведем итог. Вы знаете, какой формат понимает ваша вышивальная машина. И если машина не видит дизайн, вы знаете, что необходимо сохранить его в формате, который понимает ваша вышивальная машина. Для того, чтобы его сохранить, у вас на компьютере должен быть установлен конвертер
или программное обеспечение, что у вас есть, которое позволяет сохранить дизайн, найденный в интернете, в формате, понятном вашей вышивальной машине. Вы сохраняете дизайн, загружаете на USB-флеш, передаете на машину, и машина опять не видит дизайн. И здесь я хочу вкратце коснуться такого понятия, как размер, максимальный размер поля вышивки, максимальный размер пялец, который доступен в вашей вышивальной машине. Вот если у нее максимальный размер пялец 140 на 200, то вы никогда не вместите в него дизайн 150 на 400. Ну просто никак, он по размеру не проходит. Да? Мы не можем в 37 размер засунуть ногу 41 размера. Здесь та же самая ситуация. Следовательно, когда вы выбираете дизайн, обязательно обращайте внимание на размер ваших пялец, вашего максимального поля вышивки и размер дизайна, который вы скачали в интернете. Все остальное должно работать. Ну, в общем-то, на этом все. Все ссылки, как еще раз повторюсь, все ссылки в комментариях к этому ролику, в описании к этому ролику. Я затронула здесь вопрос именно форматов и конвертеров. Да, немного коснулись размера вышивки, но есть еще много нюансов, с которыми вы можете столкнуться. Просто эти основные. Задавайте вопросы, присоединяйтесь к нам на форуме. Мы рады вас видеть. Пока!